Глава Чуваши Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с руководством Всероссийского Азербайджанского конгресса. На встрече обсудили подготовку прямого соглашения о сотрудничестве Чувашии с Республикой Азербайджан. Сотрудничество в сфере культуры и экономики, создание благоприятной среды для развития совместных бизнес-проектов. Эти и другие темы затронули представители сторон на рабочей встрече. Что касается бизнеса, создавать надо благоприятную среду, чтобы ваши предприниматели здесь реализовывали свои идеи и проекты. Наши, кто-то с вами там найдет взаимовыгодное сотрудничество. И для этого мы будем создавать все условия с нашей стороны, никому не будем мешать абсолютно, это самое главное. Сдерживающие факторы будем снимать, насколько возможно, и будем действовать на благо россиян, на благо азербайджанцев. Ильгар Гаджиев, в свою очередь, выразил благодарность главе Чувашии за создание на территории республики равных условий для всестороннего развития культурно-национальных автономий. Я третий раз вот с делегацией здесь у вас, с каждым разом, хочу сказать, что мы больше и больше для себя отмечаем, насколько вот так же, как и в других регионах, ну, можно выделить вашу республику, вам и руководимые. Тут всестороннее развитие. Очень благодарна за город, за вообще за республику, за то, что тут памятник Низами. Каждый раз мы когда приезжаем, посещаем. Я очень надеюсь, что с каждым разом будем приезжать и больше и больше будем узнавать и будем заинтересованы в сотрудничестве с Чувашией. На встрече также обсудили возможность строительства международного культурно-выставочного центра «Азербайджан-Чувашия». Открытие постоянного торгового представительства производителей Чувашии в Азербайджане, реализация совместных проектов по выращиванию мяса птицы на базе агрофирмы «Туруновская» и строительство сельскохозяйственного логистического центра на территории Чебоксарского района. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.